Здравствуйте! Вы на канале 7 дач. И с вами Алена в Аленином саду. Но сегодня я не в своем саду, а в своей новогодней мастерской, потому что пришла пора украшать дом к Новому году. С чем чаще всего у нас ассоциируется украшение на Новый год? Конечно же, с шишками. И в этом видео я расскажу несколько способов, как можно использовать шишки для украшения дома к Новому году. Первый, самый простой вариант. Это просто взять красивые крупные шишки и немножко их покрасить. Можно использовать краску любого цвета под ваш интерьер. В моем случае шишки белые. Я просто покрасила кончики чешуек белой акриловой краской. Можно украсить это все блестками. Можно приклеить маленькие блестящие шарики. И тогда эта шишка будет похожа на елочку. В любом случае, этот элемент декора квартиры очень красивый, очень простой. Ну и если вы не будете акцентировать ваше внимание на деталях именно новогодних, то этот декор можно использовать круглый год. Второй очень простой вариант украшения с использованием шишек – это взять шишки, положить их в какую-то красивую, можно прозрачную вазу или в корзинку и украсить новогодними аксессуарами, например, новогодними блестящими елочными шариками. Делайте такое украшение за 5 минут, но оно неизменно ассоциировано именно с Новым годом. После праздника можно это все разобрать и оставить храниться до следующего года. Если немножечко поработать над шишками, то из них можно сделать красивые украшения, как для елки, как для интерьера, но можно использовать их и для украшения новогоднего стола. Можно взять елочную шишку, покрасить ее из баллончика спреем подходящего цвета, завязать красивую ленточку и вуаля, украшение готово. Оно практически бесплатно, и если вы не хотите хранить целый год это изделие, то можно его просто выбросить. Еще один очень простой и быстрый вариант украшения с использованием шишек – это сложить шишки в красивую корзинку, перемешать шишки с новогодней гирляндой и очень красивый, романтичный, теплый подсвечник, который навевает только приятные мысли о Рождестве и Новом годе, готов. Конечно, из шишек можно сделать разнообразные подсвечники, шарики на елку, можно сделать топиарии с использованием шишек. Но еще, если немножко поработать, можно сделать вот такие новогодние елочки с использованием больших елочных шишек. Для этого нам уже понадобятся дополнительные материалы. Нужно взять гипс или цемент, залить его в стаканчик и воткнуть в этот стаканчик шишку. После того, как основа застынет, нужно убрать стаканчик и декорировать шишку так, как вам нравится. У меня осталась только одна такая елочка, хотя когда-то я их сделала много и все раздарила. Осталась елочка в детском новогоднем стиле для украшения детской комнаты, потому что здесь есть такой милый, симпатичный Дед Мороз. Вот как много можно сделать из простых, казалось бы, шишек, которые просто валяются под ногами. Ставьте этому видео класс, подписывайтесь на канал 7 дач. Всего вам доброго и до свидания!